Я уйду и не дождусь, когда кончатся дожди. Ничего не говори, это жжет огонь внутри. И в глаза мне не смотри, и ничего не говори. Огонь внутри, и в глаза мне не смотри, и ничего не говори. Спасибо, сделаем небольшой перерыв. Скоро вернемся. Населенный пункт называется Макаров. Оно самое. И вновь мы передаем привет в Московскую область, село Макарово. Там знают толк в хорошей музыке. Они остановили свой выбор на, как бы я сказал это, петербургская лирика, наверное. Лирика петербургских подворотен и котельных. Кстати,
кстати, если кому-то еще нужно передать привет куда-то, пожалуйста, обращайтесь. Это барышня в черном пальте с желтым головным убором передаст нам все ваши пожелания, просьбы и напутствия. Дождик тем временем кончился, хотя под дождем эта песня звучала бы, наверное, максимально уместно. Терпеливые, отвлечь.
Раз уж мы заговорили тут о городах России, может быть, узнаем, кто еще откуда приехал. А из самой Москвы есть кто-нибудь? Никого нет из Москвы? Вы сегодня, получается, самые москвичи здесь. Поздравляю с вашим новым статусом. Ярославль, может быть, Тверь, Екатеринбург, хоть кто-нибудь, Владивосток. Владивосток с нами, отлично. Владивосток сколько? 2000. Как всегда, ничего не поменялось с тех пор. Но речь не об этом. Речь вообще обо всех городских окраинах, больших, малых и средних. А потом и песня. Вот уже 30 минут. До сих пор почему-то на одного проверяется.